Это мне надо для рекламы. Так, держите брошюру, это подарок. Брошюру. Вот это, так. Тонкую. Это подарок. Вот. А это единственная в мире книга, которая учит не калечить деревья, а вырастить. Вот. Автограф это когда это деньги будут. Когда выложат 1500. Тогда автограф. Меня обычно берут не глядя. А потом еще пока ни одного отрицательного отзыва про книг не было. Хотя продано несколько сотен. А здесь только про деревья или по кустарнике тоже? Смородина там такое? Дело в том, что тут есть, но не так, конечно, как про деревья. Но зато вы узнаете, как садить самим. У вас тогда появится желание. Вы знаете, все лучшее вокруг, что вы видите, окажется в вашем саду. И через год-два, смотрите. А, жалко. Ладно, эта тема будет другая. В общем, здесь есть все. Это фактически энциклопедия. Ну, да, в смысле, как ухаживать, чем лечить, что. Самое главное, знаете, что в этой книге? Вы навсегда будете избавлены от каторжного труда. Да? Да, навсегда. Если бы здесь не было бы питомника, здесь, кстати, вообще делать нечего. Здесь ничего, трава не убирается, не перекапывается. Вот, посадка такая, что вот она на холме, видите? Да, нам сказали уже. Вот, посадка такая, что к ним можно вообще не подходить. Идет дождь, поливаете, скатывается с холма вода, и там, где кончики корней, она там же и оказывается. Вот. А большинство источников – это издевательство. Поливают под штамп, а там корней нет. Вот, заставляют вас перекапывать почву. Калечить деревья, резать, якобы, чтобы солнце проходило. Вот. А здесь это единственная в мире книга, которая учит сидеть деревья. А значит, вроде написано много, вроде дел много. А на самом-то деле, я в саду вообще ничего не делаю. Мне приходится клясться Богом. Вот. Питомник не в счет. Иногда опрыскивает питомник. Маленькие деревья, тля, только тли. Вот. Взрослый сад. Ни капли яду за десятки лет. Вот. Значит, удобрение. Вот оно, листья. Вот. Да. Никакого перегноя. Вообще ничего. Немножко золы из печки. Ну, ты то по-хозяйски. Жалко же, что золу пропадает. Вот то ее рассыпается и все так. Вот так. Вот. И вот эта книга – это спасение. Спасение от радикулита. Спасение от всего. Ну и за второй этап, знаете, какой? Что тут есть? Вы потом научитесь сами выращивать, а потом вы еще и продавать начнете. Ясно? Ну почему бы и нет? У меня несколько человек, кстати, вот оттуда, с северо-запада, вот так, Псков, Ленинградская область, вот, покупают 1000 саженцев, 900 тут же на продажу, вот, весной купил, а осенью уже продает. Или собирается продавать 900, ну а сотни себе на развитие. И сразу 900 продал, косточка 20-25 рублей. 20, если со скидкой, да? Вот. А потом этот же саженец продается. И тут же реклама. Реклама, я в своих этих лекциях, вебинарах показываю рекламу. Значит, тот же манжурский абрикос. У нас он там, он отсюда не видно. Вот тот самый главный в Сибири абрикос. Патриарх называется. Вот. Я продавал по 300 рублей саженцы с него. А в рекламе моя фотография и цена от 3500 до 12000. Это еще не привитый, дикий. Вот. А вы сразу, как только у вас урожай будет, все, вы тут же это, бросаете сосну, работаете, становитесь садоводами.
Выгодно. Почему? Рынок это же 99% халтуры. Угу. Да, согласна. Я их все вот с помощью таких книг учу. Угу. Чтобы это. Рынок, да, халтура, согласна. Хорошо, что вы сюда приехали. Ну так я же говорю, сразу я про вас вспомнила. Я говорю, давай искать телефон. Нашли телефон. Все. Ну ладно, если сейчас вы ее купите, то эту я выставлю в интернет, вот эту запись. Если нет, я ее сотру и все. Не показывать людям, что моя книга не понравилась. У вас, наверное, вообще тут столько плодов, да? Вообще. А гостей, знаете, всю осень едут, а мы саженцы сегодня продаем и угощаем. У вас и вишни есть, да? Есть. И черешни есть. А сейчас нет черешни? Сейчас нет. Нет, это только на осень надо, да? Нет, Сергей отказывается от черешни. В Сибири опасно, на грани выживания. Вот, и как саженцы. Ну, хорошо, я сам себе выращиваю, они у меня не гибнут. Да? А если человеку продать саженец, чуть что мертвый, такой удар по репутации. Эти-то вообще не замерзают ни у кого, вот эти. Тем более правильно посажены, тем более с обрезкой. А слива? Слива? А что слива? Сало как сало. Но она есть, да? Есть. Есть? Ее осенью надо? Да. Осенью, если приедете, мы продаем и угощаем. А осенью в какое время надо приезжать лучше? А то мы что-то в сентябре. Я поняла, что абрикосы в августе. А в сентябре, да? А все остальное яблони, груши. Бронировать надо заранее. Ну вот по поводу кустарника разговаривали. Да, но смородины. Мы в июле вот, это решили. Я хотела еще малину со смородиной, но уже опоздали. Короче, мы тогда в июле позвоним насчет смородины и малины. Угу. Ну что, будешь брать книжку? Полезно, да? Давайте возьмем. Описание, все. Берем. Это, как так, Андреевна с ручкой найдется? Да. Как обрезать. Здесь, да? Пойдемте, я автограф поставлю. Ну все, разберете, значит, фильм будет. Вот видите, как это. Так что до осени. У нас с вами получилось полезное сотрудничество. Я вас вкусно кормила, а теперь вы мне помогли. Точно. И осенью спросите вторую книгу. И она у меня здесь. Ну, я уже вторую боюсь предлагать. Разоритесь. Все. Давайте я выключаю. А там пусть пока получится по первому. Там, понимаете, эта книга, там у меня записки, это рассказы. И там Нобелевская премия. Но ее забывают вручить, хотя это все знают, что я уже давно заслужил. Но у нас не принято. У нас считается умные в Америке, в Китае, в Германии, а у нас дураки. Поэтому наши никогда не признаются, что у нас есть свой потенциальный этот. Да, признание у нас... Тяжело заслужить. Но книга есть. Что, идти за ней? Разоритесь. Не, пускай не получится. Вот поэт еще по вашей. Давайте до осени. Вторая осень. Да, до осени. Все, давайте. Я выключаю. Улыбнитесь. Улыбнитесь. Снимает камеру. Да.